Сегодня в Бресте свою работу начала главная строительная выставка региона «Ваш дом 2014». На протяжении нескольких дней брещане и гости города над Бугом смогут ознакомиться с предлагаемыми товарами и услугами не только белорусских, но и зарубежных предприятий. В этом году форум собрал на одной площадке более 70 организаций, работающих в строительной отрасли. Я пригласил сегодня всех начальников ПМК, чтобы они обязательно посетили выставку, потому что зачастую люди работают в Долине, работают в Ганцевичах, работают в Ляховичах. Они не всегда видят те новые направления, те новые материалы, те новые технологии и подходы, которые на сегодняшний день имеют место в строительстве. Нужны новые силы, новые идеи, новые веяния для того, чтобы в сложных условиях мы сохранили тему строительного комплекса того уровня, который есть на сегодняшний день. Общение с потребителями и конкурентами, изучение спроса на тот или иной вид товара, проведение деловых встреч и создание новых бизнес-контактов – это далеко не полный перечень аргументов, которые приводят участники выставки, отвечая на вопрос о ее полезности и значимости. Работа в рамках подобных ярмарок, по их мнению, это бесценный опыт, возможность быть в курсе происходящих на строительном рынке событий, идти в ногу со временем. Я считаю, что выставки просто необходимы, потому что на сегодняшний день далеко не все фирмы информированы, где какие фирмы есть, что они производят, на чем специализируются, и в то же время обмен опытом тоже своего рода. Потому что подходят люди, фотографируют нашу продукцию, в свою очередь мы тоже ходим, смотрим где-то интересные идеи, то же самое для себя. Вот. И дополнительно, конечно, обмениваемся информацией. Экспозиции такие вроде как разные. В то же время тут все для дома, а тут мы ремесленники стоим. И так как-то самобытность какую-то создает. Вот. И просто новое общение, новые знакомства. Плюс еще реклама себя, продажи. За годы работы выставка-ярмарка стала знаковым событием для строительной отрасли региона. Участие в ней с удовольствием принимают как те, кого можно назвать старожилами форума, так и новички. Все они осознают, что ваш дом уже давно стал местом, где встречаются бизнес, власть и потребители. В такой всеобщей заинтересованности наверняка и кроется главная причина долголетия и популярности выставки. Эта выставка, конечно, является большим плюсом для нашего производителя. И мы надеемся, что к нам от этой выставки подтянется больше людей. Много очень различных фирм представляют свою продукцию. Очень оригинальная подача, интересная. Вот. Поэтому, конечно, мы всегда принимаем участие в этих выставках. Выставку «Ваш дом» в Бресте знают и любят. Многие гости форума признаются, что с нетерпением ждут и всегда с интересом его посещают. Найти что-то полезное для себя на экспозиции может практически каждый. Номенклатура представленных товаров и услуг дает такую возможность как тем, кто строит, благоустраивает и облагораживает свой дом, так и тем, кто занимается возведением квадратных метров для других. Я считаю, что все-таки для людей это важно, потому что тут можно сразу получить много полезной информации, также и для себя, возможно, где-то потом приобрести что-то, то, что было увидено здесь. Ну, вообще выставка понравилась, вообще организация, все очень хорошо провели, это, конечно, не вот как это открытие было, мы были, присутствовали. Вообще очень все рассказывают, все понятно, все доступно, и информация, конечно, есть, новинки очень много. Ну, очень понравилось, конечно. Она очень полезна, потому что очень интересно и познавательно. И людям, которые занимаются профессионально такой деятельностью, тоже очень полезно посмотреть и что-то найти для себя новенькое, что-то интересное. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.